Всем большой привет и сегодня мы поговорим о кофемашине из прошлого Да, она еще продается и это не обзор бушной машины Но тем не менее, вообще сама кофемашина создана Аж могу здесь ошибаться, потому что точно дата хрен найдешь Но, насколько я знаю, в 96 году Да, и вы сейчас увидите немножечко видоизмененный рестайлинг но вот именно, что это рестайлинг и не более того. Даже все те косяки, которые когда-то я выделял в своем обзоре Сайка Виена, а это так и называется ее предок, они практически полностью остались и в гаджете Хрони Лоджик, нашем герое. Так вопрос называется, зачем нам обозревать кофе машину, которая сколько лет назад? 24, скоро 25 была выпущена. Ну, скажем так во первых она все еще продается во вторых она не стоит 10 тысяч ну или 20 тысяч она стоит нормальных денег а в третьих причины купить ее довольно-таки уникальны потому что сейчас таких кофемашин не то что не делают их не существует и такой логики построения кофемашины не существует и есть целый немаленький круг людей и бизнесменов, кому эта кофемашина будет вообще безальтернативна, но все, в том числе и я, про нее забывают. Прежде, чем мы сейчас перейдем, я хотел бы заметить, несмотря на то, что она очень старая, и логично, так как кофемашина женский род, назвать ее бабушкой всех кофемашин современных, она скорее дедушка. Почему? Давайте посмотрим. <связывая> Ну, как вы убедились, это дед. И по очень многим параметрам это еще тот дед. Он свое время... <кхм> Ладно, это чуть позже. Вы поймете, кому он свое время выдал. Он сегодня Никите отомстил. никита -то над ним издевался, порицал его, а потом взял и хлебнул капучинка, как будто это не вона. И Никите поплохело. Дед мстительный. А знаете почему? Дело в том, что данная кофемашина, в отличие от всех современных, Актуальных машин, в том числе, кстати, и у Делонги, и у Philips, и все она выдает кипяток практически. Серьезно, не дай бог вам, что с молоком, что без молока, взять и сделать большой глоток. Ух, вы крутой чувак, если вы это можете сделать без криков боли потом. Почему так? Ну, вот раньше делали так. И до сих пор некоторые люди вспоминают времена про современные машины, говорят. Че, какой холодный кофе? Хм, ну, таких вот сейчас стандарты безопасности и настроек. А раньше такого не было. И несмотря на то, что это производство, ну, блин, 19-й год, все равно здесь этого нет. Но вы скажете сейчас, ну, хорошо, Андрей, это максимальная температура. Что тебе мешает взять и уменьшить ее? Ну, как бы все мешает, потому что здесь нет регулировки температуры пейте кипяток. Это машина, которая может вам отомстить. Вообще, что интересно, здесь вообще нет ничего лишнего. Вот вам может сейчас показаться, что я эту машину буду только ругать, но нет. Это реально охрененный прибор для своих целей. У него нет аналогов сейчас. Ну и когда мы его рассматриваем, как рассматривали раньше Сэквину, ну, прежде всего, в том числе, домой, то я вас разочарую, я не понимаю, зачем это покупать домой. Почему? Смотрите, здесь очень большая информативность меню. Прям вот, вот все. Вот помните, вот него, там что-то не так пойдет, она вам пишет русским языком, показывает текстом. Современный Филлипс также делает. Но у этого есть только один индикатор проблемы – тревога. То есть, если что-то пошло не так, вы это поймете, потому что у вас загорается аларм. И все. Не, у них есть два вида индикации. Он просто горит, и он мигает. Если он мигает, значит, что-то не стоит на месте. Если он горит, значит, что-то не так. Знаете, еще что офигенно эта машина? Насчет информативности. Вот, смотрите, вот знак тревоги. Вот он. Я думаю, вам видно. Надеюсь, что видно. Я сейчас подниму контейнер с водой. В машине просто насрать. Что там? Вот в свое время, когда стали ставить им датчики электронные, люди стали их заливать. И датчик показывает, что нет воды, даже когда вода есть. И их за это ругали. Первые изобретения уровня воды уже были в то время, и они, например, были на сайка рояле их старшем брате, в виде поплавка. Но обычно, когда стоит поплавок, у вас слишком много воды остается. Я помню в свое время возмущение от сайка рояля, что там остается пол-литра, а он уже свидетельствует, что воды нет. И я такой решила решил пойти дальше. Зачем нам вообще говорить о том, что какой-то уровень воды? Человек должен сам следить, так ведь? Именно поэтому я могу сделать следующую вещь. Не повторяйте это дома. Да, у нас все-таки про свидетельство о том, что воды нет, но через какое время? Причем, что интересно, а вот если в данной кофемашине существуют инновации, да, в основном, когда я говорю про нее, вы можете мои слова полностью относить к старой модели Sayak Vienna, которые не производится. Но у них есть отличие. У Sayak Vienna, по крайней мере, Vienna Plus, с которой я имел дело, у нее был момент, куда можно было поставить, то есть было специальное место, куда можно было поставить поплавок. Теория. Здесь этого места нет. То есть в какой-то мере это регресс. А, на этом а, веселухи не заканчиваются. Информативность тут во всем. То же самое будет с зерном. Но видите, я поставил ей пофиг, она не видит этого. То есть для того, чтобы а, убедилась, что вода есть, я должен прогнать воду. Вот, например, вот если мы нажмем сюда и откроем, весь стол трясется. Ну все, машина поняла, что с водой у нас все в порядке. А, что интересный момент? Вот здесь действительно практически нулевая информативность, но что самое смешное, это было и в предыдущей модели. А, почему так? В на юмор на этом не заканчивается. Помимо того, что он не видит, что у него закончилась вода, пока не начнет хлебать воздух. Так вот, он не видит, например, то, что у меня заполнился контейнер для шмыха. Ему насрать. То серьезно, если вы не набьете своим домочадцам или коллегам или своим работникам руки на то, чтобы они проверяли каждое утро, сколько там внутри добра, это добро будет распространяться по всей кофемашине. Кто-то там написал, что здесь контейнер для жмыха на 15 порций, кто-то на 12. А я вам скажу, это бессмысленно. Здесь нет, он не рассчитан на сколько-то. То есть он будет наполняться, 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 пока либо вы все-таки не додумаетесь, что почему у меня из всех щелей торчит кофейный жмых, либо пока это не начнет мешать работе заварочного узла. Мы такое видели на этих машинах после ремонта. Повторюсь, датчик или точнее не датчик, а просто даже отсчет порции, сколько приготовлено здесь отсутствует. То же самое. Помните, кто-то ругается, что вот на моей кофемашине через 5 чашек требуют чистить. Я э, здесь не требует. То же самое, кстати, с жесткостью воды. Здесь тоже нет этого индикатора. Сами решайте, когда чистить. Вы свободны. Вам кофемашина ничего не навязывает. И казалось бы, я сейчас говорю один негатив. Нет, это не негатив. Это просто особенности кофемашины, которая была построена в 1996 году. И хотя эта машина, переиздание если не ошибаюсь, десяток годов, все-таки никто почему-то на эту тему так и не задумался, что надо бы поставить хотя бы счетчик порций. Не нам, чтобы было видно, а чтобы машина понимала, что жмых-то все, надо выкинуть. Где-то, куда я вставлю этот кусок, не знаю, но я хочу сказать, что эта кофемашина заставляет думать, повышать свой IQ. Потому что если остальные машины вам говорят конкретно, что у вас не так, эта машина заставляет вас включать мозг. Она просто вам скажет, что что-то не так. А что не так? Думай своей башкой. Пальцы засовывать в кофемолку нельзя, не-не. Но если ты такой умный, что засунешь, пей с кровью кофе. А я уверен, что она при этом приготовит. Это твои проблемы. Жмых, мы тебя не беспокоим. Но если ты такой долбанутый и не понимаешь, что надо выкидывать жмых, значит, мы тебя накажем за это. И вот в этом вся кофемашина. Казалось бы, она вроде минималистичная и простая, но она, зараза, заставляет вас думать. Но ну, смотрите. Вот то, что я говорю, является для меня негативом, потому что я уже избалован ну, современным стандартным кофемашин, информативностью современных машин. Но надо понимать, что отсутствие этих датчиков в том числе обеспечивает тот плюс, который я сказал, почему она уникальна. Дело вот в чем. Даже сейчас курс валюты, который ху -ху -ху -ху, куда улетел. Даже несмотря на это, это стоимость этой кофемашины, вот версии RS про разницу версии чуть-чуть позже, так, вот, стоимость этой машины не превышает 50 тысяч рублей. Находится до нее 42-43, 37-36 было совсем недавно и так далее. Это важный момент, потому что да, у нас здесь нет этих датчиков, которые, конечно, облегчают жизнь в современных машинах. Но при этом, я же не просто так пояснил, что у вас зато ничего здесь не заглючит по датчику воды, например, и так далее. Дело вот в чем. Эта машина, она действительно ни хрена не изменилась с 96 -го года. И, кстати, если вы где-то прочитаете керамические жернова, можете этому человеку, который там, ну, продавцу, у которого написано, что у гаджет синхрони Logic керамические жернова, послать его нахер, потому что нет, здесь та же самая коническая кофемолка с металлическими жерновами с тех самых времен. Так вот, плюс заключается в том, что это реальный автомат Калашникова. Его хрен сломаешь. По автомобильным меркам это Рено Логан лучших времен. Только представьте, что это Логан не, как бы не пассажирский, ну то есть не обычная легковушка, а какой-нибудь грузовой. Вот то, что у нас сейчас в России как продается как Ларгус, он же изначально был тоже вот та самая версия Логана, дача Логана, <laughs>, если правильно произнес, в универсале. Офигенный рабочий продукт. Фиг знает, что еще в эти деньги купить, который бы так бы ездил и работала. И даже сейчас Ларгус, в принципе, многие говорят, он без альтернативы, если у вас такой бюджет. Здесь то же самое. Если вы хотите поставить в шаурмешную, булочную, пекарню, всю такую херню, чтобы был из натурального кофе, то, господа, в эти деньги Сложно выбрать то, что с уверенностью отработает 50 порций в день. А эта хрень, не на то, что разрабатывалась для дома, она херачит по 150. Без мата невозможно разговаривать о ней, потому что она не вызывает однозначных эмоций. У кого-нибудь владельца шаурмы она будет вызывать исключительно позитив, потому что она не ломается, даже если внутри нее бегают тараканы и крысы. Срут. Главное, чтобы не перегрызли ничего. А для дома она вызывает один негатив, потому что ей неудобно работать. Да и дизайн, простите меня, пожалуйста, это у нас рестайлинг, да? Хм, прикольный рестайлинг. В 2010 году привет начало нулевых. Дело в том, что я угораю здесь о том, что информации здесь ноль. Например, для того, чтобы приготовить две чашки кофе, нам надо нажать два раза эту кнопку. Но где-то это сказано? Нет. Но самый прикол заключается в том, что показывается о том, что готовится двойная порция с помощью специальной индикации. если готовится одна порция, у вас индикация равномерная. Раз, 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 раз. А если у вас двойная порция, то у вас идет как азбука Морзе с двойным залипанием. Раз, два, раз, два, раз, два. И самое смешное, что это же понятно. Ну вот сколько бы не угадать, но это абсолютно понятно. Следующая кнопочка, это кнопочка включения приготовления из молотого кофе, который не задействует в кофемолку. Нажали, горит. Выключили, не горит, значит, все будет готовиться к смоке. Блин, <сильтые> все понятно. Ах, боярыня красотою лепа, червлена губами, бровми союзно. Чего ж тебе еще надо, собака? Ничего не надо. И внизу кнопка, которая в разных машинах отвечает за разное Это версия RS Здесь два термоблока, один из которых всегда нагреет для пара, в первую очередь То есть это версия с быстрым паром Поэтому здесь кнопка переключения на воду Если, соответственно, у вас обычная синхронный Logic Без быстрого переключения на пар То здесь, соответственно, будет значок пара Термоблок 1, И он будет нагреваться при нажатии этого Все И дальше, соответственно... Просто то, что она включена, индикация, и какая-то вот проблема Ахтунг. И вот здесь рукоятка прямиком из Рено Логан, как раз и взятая э, крутилка. Как бы все, ничего лишнего вообще, без вопросов. И вот вы сейчас думаете, да, к этому можно привыкнуть же, и с этим можно жить. Чё, ну, это такая политика, да, казалось бы, минимализм называется. Только что вы сделали с помолом, минималисты мои? Никитос, блин! не трожь помол. Еще мой дед вывез из Италии эту кофемашину, угнав у одного очень известного итальянца. Кстати, он там пил одну Эфиопию. Так вот, он настроил помол. Не трогай с того момента ни мой отец, ни я, ни ты, Никитос, не будешь трогать настройку помола на этой кофемашине. Итак, наверное, вам непонятно, что это за странный юмор такой. А дело вот в чем. Это еще было в Виене, Но в более старших моделях, в Рояль они додумали, что это нахер не надо. Итак, здесь 18 степеней помола. И тому дебилу, который вам заявляет, что чем больше степеней помола на автоматической машине, тем лучше посылать его далеко и подальше. А знаете почему? Да потому что здесь половина порции не рабочая раз. Во-вторых, у меня сейчас средняя обжарка от Перу. Перу чан... чан ча -майо. Вот. Так вот, это Перу. Было приготовлено в первый раз на десятом степени помола. На десятой степени помола мне не очень понравилось, как она приготовила. И я переключил ее, знаете, на какую? на седьмую. И знаете, что произошло? Вот что произошло. Он заткнулся нахер и помол такой мелкий, что близится, блин, к эспрессо, помол даже близится к турке. Помните вот эти ролики про кофемолки, который сказал, что это помол для турки в песок? На седьмом помоле из этого кофе был именно такая настройка. И такое количество цифр настройки помола в приборе, который рассчитан на приготовление одной это бред. То есть это означает, что человек, скорее всего, выберет какую-то условную одну степень помола и не будет трогать вообще. Потому что он не понимает, за что зацепиться. Он не понимает, где у него средний помол, где у него мелкий помол. Здесь не только 0, 1 и двойка супер мелкая. Я вообще не представляю, какой кофе сможет... Приготовиться на 0,1. Кто-то жалуется современной невой, что у них мелкие не вывариваются. М -м -м. Вперед с этой машины! Разбирайтесь. Даже фильтр обжарка, здесь, который на семерке, скорее всего, выварился бы, уже на пятерке не будет вывариваться. Тут даже зеленую специально помечено, какую степень помола рекомендуется заводы ставить, и не меньше. Еще прикол. Тоже перешел со старых времен. Это то, что регулировка крепости находится также в кофемолке. И угадайте, что происходит обычно? Какой-нибудь дебил, которого слишком крепкий кофе получился, идет, лезет внутрь и начинает крутить кофемолку вместо крепости, уменьшая. Хм, в домашних условиях, как раз вот в плане регулировки крепости вопроса не вызывает, потому что будет ну, с ней будет работать один-два человека. Естественно, они уж быстро поймут. Но вот как раз туда, куда ее и надо ставить, вот как раз шаурмешную, вот это может вызывать вопросы. Поэтому зачастую, что крепость, что помол, просто надпись «сволочь не трогать». А еще, что удобно, их можно скрутить и снять, эти регулировки, вообще. Что часто и делают. И вы не удивляйтесь, если когда-нибудь увидите эти кофемашины со снятыми рукоятками крепости и помол. Делается это специально именно для этого. Чтобы никто там ничего не крутил. А, объем кофемолки здесь 300 или 350, но это не важно. Она большая, этого достаточно. Объем воды там что-то около 2,5 двух, двух литров, это тоже не важно. Повторюсь, вот здесь и настоящий объем, он больше, чем в своей рояле. Потому что в рояле 2,5, но при этом... Реально два. Здесь, по-моему, два и два, и они полностью будут использованы. Но повторюсь, всегда смотрите, сколько у вас зерна и сколько у вас воды, потому что машина будет использовать до самого конца. И, кстати, раз уж кинули вот про эти минусы, я хочу вкинуть и один плюс. И название его «Экономичность». Неожиданно, да, для машины 96 -го года? Давайте же поговорим, что же это за экономичность. У нас современная кофемашина реально не экономит кофе. Во-первых, у них большие граммовки. И это, конечно, положительно сказывается на кофе. Я сам э, поэтому ратую за те кофемашины, которые там до 16 грамм. Но когда мы говорим о кофемашине для бизнеса, понятно, что не очень хочется, чтобы каждый кофе у нас приготовился на 16 граммах. Здесь у нас до 10, хотя в инструкции будет написано, что использует он всего лишь до 9. Ну, подстать, вот это как раз вот та вариативность, которая может быть в зависимости от величины помола и от зерна. То есть от 9 до 10,5 с максимальной крепости. Это во-первых. При этом у вас очень много настроек крепости, хотя при этом он регулирует всего от 6 до 9 грамм. Это странно. Ну ладно. Так вот, фишка в том, что если у вас закончилось зерно на приготовлении кофе, он будет дальше молотить 20 секунд и ждать, пока вы досыпете. Но даже если вы не досыпали и загорелась красная кнопка, он этот кофе все равно не скинет. Мы сделали замеры. Мы перед последним переездом с Володей вот так вот сделали, то есть убедились, что он ушел в защиту, там почти, ну, больше половины порции нам хватило ему. Мы уехали, прошло 6 часов. Прихожу после 6 часов, досыпаю кофе, и да, он за это время не сбросил, он добавил, сколько ему надо, чуть-чуть, и приготовил мне из этого кофе. Конечно, с точки зрения качества кофе и так далее, это не самый лучший вариант. Если это, например, вечером с утра произошло, но в целом это же охрененно. То есть у тебя не теряется очень много кофе. Экономичность этой машины в плане именно экономии кофе, она офигенная. Да и вода, как я сказал уже, используется до самого конца. Хоть это и может вызвать кое-какие неприятности, но при этом с какой-то точки зрения это круто. Точно так же, как и возможно, с какой-то точки зрения круто, что машина вам не выносит в мозг насчет а, жмыха, потому что если вы его контролируете, и при этом вы видите, что к вам пришли еще два посетителя, вы не можете сейчас выкинуть жмых, и а прошло 15 порций, вот она не будет вам блокировать работу кофемашины. Но это уже чисто личностный контроль. Так вот, экономичность, к сожалению, касается только такой вещи, как экономия кофе, потому что с экономией электроэнергии тут свои приколы, как с экономией энергии, так и с автоотключением. Мой дед был великим человеком. После того, как он выкрал эту кофемашину, он ее включил. И знаете что? С того момента она ни разу не выключалась. С точки зрения отношения к экономии энергии, это точно самое, как старость какой-нибудь маскалкар, с V12 под капотом. Жрет он ее, как не в себя. Экономичного режима в том плане, что вот ты смотришь там на среднее потребление, и вроде так по ощущениям оно там выходит ну, сильно меньше. Плюс у нас есть режим экономии энергии, при котором либо уменьшается, либо отключается подогрев термоблоков, да, чтобы меньше задействовать. И а, также у нас есть автоотключение, если ты забыл, оно выключится. Здесь этого ни хрена нет. Тут даже кнопки включения-выключения нет. Старый добрый тумблер сзади. Это все, как вы включаете данную кофемашину. И как я уже сказал, я его вот так вот включил, не дал ему догнать кофе, уехал, приехал через 6 часов, и она не просто ждет меня в плане кофе, она меня и в целом ждет. Ну, Покер. Она у меня по двое суток уже стояла. В общем, это то самое великое, когда было Плевать на сколько электроэнергии за... расходуют на кофе машины. Причем, она из тех времен. Я просто бывший пользователь, а, тоже одной такой же старой машины, сайт Magic. Я вам скажу так, что жрут они до хрена. Я не могу вам сказать, сколько вот, мне не важно. Я просто знаю, что после того, как я поставил а, Magic мой старый Саека Мэйджик, именно кофемашину, который, старую версию, которой не было экономии, энергосберегающей режима, а в включении, так вот, моя ведомость оплаты за квартиру увеличилась на полторы тысячи рублей. После этого я перестал давать счетчики. Но это, машина, повторюсь, того времени. То есть все, что я сейчас говорю как минусы, разбивается обо все, но и то же хрен сломаешь, я без шуток. Она ей плевать, если вы ее за э, закроете мелким помолом, даже если вы, ваш идиот сотрудник будет пытаться приготовить 20 чашек на мелком помоле, который они не продавливает, все, что нужно будет потом вам поставить нормальный помол и через три чашки она сама прочихается. Дренажный клапан, как на современных машинах здесь не сдохнет. Помпа. Ха! не сдохнет. И вот это особенности этих машин. Их хрен убьешь, если только, конечно, не уронить на нее что-то. И то, возможно, он будет работать. Из особенностей прикольных. Здесь на гаджи Synchrony Logic добавили поворачивающуюся вот такую платформу. Это вообще, кстати, была фишка гаджей. Хотя у пару спайдеров я ее тоже припоминаю, где внизу на, на поддоне стояла эта подставка. Я еще попрекался вот насчет вот этого то, что здесь якобы подогревающая пластина, которая, естественно, ничего не подогревает, здесь даже металлической вставки нету, пластик, и то, что здесь для чашек стоит ограничитель, но при этом он не подогревает, и здесь еще сброс для молотого кофе. Ну, наверное, туда не, не надо загревать много воды, да? Но если вы мыслите с точки зрения подогрева чашку, вы скажете, что это за бред, зачем вообще вот это сделали, эту площадку? Но если вы будете мыслить, что это как машина для бизнеса, вы поймете, что это как раз реально подставка для чашек. Но не для мокрых керамических, для того, чтобы взять бумажный стакан и вот так вот на нее поставить, чтобы было удобно. Сразу взял и поп, кофемашина. Но вот мы говорим, что она не сильно отличается, что это, ну, по сути, есть та самая Саэка легендарная, не что Но у этой кофемашины есть инновация. Инновация, которых мой дед заслужил. Так вот, одна из главных претензий к Саэка была то, что то невозможно было поставить большую чашку. То есть маленькую, среднюю, пожалуйста диспенсер поднимался. Ну вот, ладно, там пофиг стаканы, там латте макета, но даже обычную э, кружку было ставить неудобно. То есть приходилось снизу вверх под углом ставить, а если мы еще туда, ну, соответственно, молочную пену налили, то у нас просто весь диспенсер был молоке. Поэтому здесь придумали такую фишку, как на дорогих машинах, типа XLC. То, что диспенсер можно убрать назад. И прям вот писает и заварочный блок вам. Все обдристает вокруг это да. Ну, вы я думаю, видите. Поэтому используем высок... именно только с высоким стаканом. Нельзя оставлять в таком положении одной дырки, например, для небольшого... небольшой чашки, чтобы у вас было только маленькое кофейное пятно, да, чтобы было только везде молоко. Например, кто любит так латомыкет делать, здесь нет не надо делать. У вас будет все нафиг в этом только высокую чашку. Зато здесь нет проблем с кофейными маслами, потому что у вас сразу завариваем узла, поступает сюда, и вы можете просто взять и механически его, блин, почистить. Причем, что интересно, диспенсер снимается вообще полностью. Не просто, то есть у вас здесь доступ или там надо что-то разобрать, вы просто двумя движениями сняли весь диспенсер и его почистили. Итак, вот такое у вас стандартное положение. То есть диспенсер внизу и выдвинут вперед. Вот так он поднимается наверх. Почему видите, здесь такой своеобразный уменьшитель есть. Вот так он убирается внутрь. Двигается. Здесь ничего нет, просто вот рейки, по которым двигать. Его, соответственно, можно вытащить полностью. Вот. И хорошенько все помыть. Никаких проблем у вас с отложением кофейных масел, закрытой коробкой. Ничего здесь нет. Давайте к какому-то завершению потихоньку идем. Кстати, один из плюсов у нас зачастую, когда я работал в Филипсе, была проблема, что люди вламывали заварочные узлы Саека, потому что машина блокирует их, и надо выключать вначале машину через кнопку, чтобы ее достать. Здесь же, соответственно, когда вы открываете крышку, магнит разъединяется, и машина выключает. И вы сможете нормально достать заварочный блок. Если у вас есть проблема, значит, вы не вытащили контейнер для жмыха. Снимать надо, сняв поддон и контейнер для жмыха. Соответственно, при закрытии машина включается заново проводит тест. Проверяет, на все ли нормально у нее работает. Из каких удобств? Кстати, работу с молотом кофе, у них нет никаких датчиков, поэтому включается режим через кнопку, и вы можете просто воспользоваться промывкой вот, вот, этой приготовлением из молотого кофе, как промывкой просто носиков. То есть вы включите приготовление кофе, включите молотый режим, молотый кофе не засыпаете, у вас просто пойдет ну, горячая вода, она выбрана в вашем объеме, и прочистить вам, пожалуйста, весь носик. Главный вопрос, ну, соответственно, здесь капучинатор. Вот, и вы, в принципе, увидели, это филиппский капучинатор. Он появился впервые на Philips 8825, если не ошибаюсь. И вот это вторая главная инновация в гаджете Synchrony Logic по сравнению со старыми машинами. Он свистит, он пердит, я без шуток. И он очень своеобразно сбивает молоко. Вначале он, ну, он дед, короче. Вы видели, в принципе, как он вначале пытается, пытается сходить в туалет, но потом у него все-таки это получается. Вот сбивает молоко, он, примерно таким же образом. То есть вначале идет с своеобразным свитерством тонкая струя просто подогретого молока, а потом уже в более широкой струе идет уже активный подмес воздуха, идет сбивание молока. Сбивает молоко он так себе, Именно этот капучинатор. Здесь можно поставить, соответственно, купить насадку. Вот, если вы хотите с этим возиться и поставить сюда насадку, чтобы взбивать молоко в питчере. да, и в теории можно этой трубкой сбить. Здесь довольно-таки тонкое отверстие, ну, то есть им я взбивал. Но, конечно, не очень удобно, потому что короткий носик. В версии не RS здесь стоит ручной капучинатор. Ручной купчина тропонарел, им, в принципе, можно здесь неплохо сбить молоко, лучше, чем этот автомат. Но, во-первых, у вас не два э, термоблока, то есть машина не будет готова вот к этому. То есть я сейчас открою, и, в принципе, машина буквально за 10-15 секунд уже будет подавать нормальное сбитое молоко. Долго подрубается, естественно, у нас идет конденсат, поэтому лучше не сразу в чашку это делать, скажу так. Но чем меньше у вас перерыва между сбиванием молока, тем, ну, соответственно, у вас и будет меньше этого конденсата, и он быстрее будет готов к работе. Вот Горячую воду включаем в следующий Здесь нажимаем кнопку и открываем. Вот. особенность заключается в том, что если включать горячую воду, вот этот шланг обязательно утапливаем вот сюда внутрь куда-нибудь. Либо снимаем его. Иначе у вас будет часть горячей воды попадать вот как сейчас на меня. Это вот такой вот момент. Промыть этот капучинатор можно, например, просто опустив его после приготовления молока в воду и прогнав воду вместо молока. Вот все и промоется. Либо его снять целиком ну и пропласкать. Это несложно. Он разборный и мы сейчас вам покажем, как его разобрать. В принципе, на этом как бы по описанию машины, я думаю, после этого закончим и переходим к самой важной части. Нахрена это покупать сейчас? в 2020-2021 году, потому что они хоть и снятся с производства, но их очень много произвели сейчас в продаже, и ну, на российском рынке там много штук, то есть их можно запросто еще купить. Угу. Итак, как снимается, соответственно, вот так вот мы сняли трубку, вытаскивать ее отсюда не обязательно, прям так прогнали, например, через горячую воду промыть. Дальше, где-то раз две недели, раз в три недели, желательно вот эту штуку почистить. Причем, вот что интересно, вот здесь вот эти ребра, и они создают ложную уверенность, что типа так она открывается. Нет, она открывается вообще не так. Вот здесь вы можете увидеть замки. Вот такие вот. Соответственно, вы, вам надо нажать, прожать, и вот так вот вытащить. И вот у вас доступ к камере. Как видите, вот эта прочистка, которую я делаю, даже без воды, а просто паром, она ну, обеспечивает здесь чистоту. То есть, здесь молочных остатков сейчас нет. Но, при активной эксплуатации это будет. И вот основная проблема этих капучинаторов, которые не относятся к данной кофемашине, я повторюсь, это нововведение позднее. 88-25. Вот были бракованы капчинаторы у которых вот эта часть была отвалена. Либо отваливалась через какое-то время эксплуатации. Вот. Это, по сути, единственное его слабое место. При сборе не забудьте поставить эту резинку, иначе сбиваться у вас ничего нормально не будет. Вот так это ставится. Вот. После этого, соответственно, до конца пока до защелки, ставим трубку, ну и все. А, у нас получился относительно адекватный, я считаю, обзор, а, потому что изначально на препродакшене у нас столько шуток было и с Володей, и с Никитой про нее. Мы прям целый юморизм хотели записать, но потом я откинул эту идею. Знаете почему? Потому что и так будет много критик в ее адрес, и люди воспримут ее неправильно. Для дома это покупать не надо, кроме одного случая. Этот случай заключается в том, что если вам действительно по разным причинам нужна супернадежная машина, я не знаю по каким, ну, то есть я просто человек, который в первую очередь э -э, ставит во главу угла качество кофе. И, кстати, как вы заметили, наверное, о качестве кофе я еще не сказал ни слова за весь обзор. Чуть-чуть позже вот в этом итоге мы об этом скажем. Так вот, а, тем не менее, существуют разные ситуации. Например, очень отдаленные районы. А, нефтяники любят кофемашины покупать на глубокий север, где хрен чего обслуживает и так далее. И да, сейчас многие скажут, наверное, стоит выбрать Делонги, но нет. Это реально хрен убиваемая машина. То есть вы ее покупаете, и если при проверке вам, не дай бог, не попал за ваш брак, потому что, ну, все бывает в этой жизни, да, то ее смело, ну, подготавливаясь с перевозки зимой, не забываем об этом, с водой внутри просто так не везем, после этого ее спокойно увозим куда угодно. Вероятность, что что-то произойдет после этого, если вы будете просто следовать хотя бы инструкции, практически нулевая. Ни одна кофемашина этим похвастаться не может. Конечно, одна из главных причин заключается в том, что она очень простая. И именно поэтому она такая надежная. Ну и плюс эту схему отработали еще 20 лет назад. Более того, это вообще первый миллионник. Она менее чем за 10 лет Сайка Виена, то есть по сути вот просто не такая накрашенная, как эта, но та же самая машина, она продалась более миллионным штук. Если вы считаете, что примерно за 10 лет миллион штук – это мало, посмотрите, с какой скоростью продаются автомобили. Миллион штук за 10 лет – это очень уверенный результат. Есть у нее братья-близнецы. Если вы зайдете там шурмешные и так далее, наверное, в 70% случаев, где продается кофемашина, если там, конечно, не стоит арендованная на скафе Аллегрия с растворением внутри, это будет либо Сайка Виена, либо Гаджи Synchrony Logic, либо Спайден Треви, Спайден Вилла. А это все одна и та же кофемашина. Если вам нужна сейчас машина на 50-100 чашек в день в бизнес, что угощать, что продавать кофе, если вам нужна кофемашина в офис ставить сотрудникам, и вы уверены, что никто там за ней ухаживать не будет, либо у вас арава сотрудников, а бюджет маленький, брать надо ее. А что касается качества кофе, оно тут нормально. Что значит нормально? Если сравнить с современными Philips, это лучше готовит чем базовый Philips, потому что здесь кромоклапан более качественный. Но при этом, к сожалению, даже не сравнится с современными кофемашинами, что Юры, что Невоны, что Милиты и так далее. Почему? Здесь очень своеобразная вообще громовка и настройка, и силы сжатия, что... Самое идеальное здесь получается не свежая даже обжарка, которая там всякая кистенькая, вкусненькая, а как ни странно итальянский кофе. Серьезно ловаться здесь и ловаться в него не две разные вещи. Здесь ловаться, чувствовать себя гораздо увереннее. На этом давайте завершать. Да, обзор неоднозначный, потому что сложно в 2020 году как-то сильно позитивно оценивать кофемашину, разработанную и выпущенную в 1996 году. Но плюсы, они есть. И некоторым нашим создателям кофемашин стоило бы о паре моментов, которые здесь реализованы, Додуматься. Кстати, в машине настроек похер на вас, что даже в 2019 году они поленились поставить решетку на вход кофемолку, как практически все современные производители домашних кофемашин, потому что, ну, там, знаете, там дети пальцы засовывали, вот это все дело, поэтому даже в Делонге сейчас есть эти решетки. А здесь 19 год, пятый год, безопасность. Безопасность человека — это его ответственность. В общем, пейте вкусный кофе, покупайте хороший кофемашину. Всем пока.